В парке «Ореховая роща» сотрудники анапских библиотек подготовили ряд тематических выставок. Были представлены книги для семейного и детского чтения и научно-популярная литература. Для самых любознательных читателей работали занимательные викторины и конкурсы, где каждый желающий мог проверить знания в области литературы и искусства. Книга – это очень важно с малых лет. И библиотеки, библиотекари приучают к чтению книг, к хорошей литературе. И сейчас это происходит не только в библиотеках, но и на улицах города, на площадях. На интерактивных площадках нашла отражение и тема кинематографа. Кроссворд в мире кино, лента пожеланий года кино, мастер-класс киноазбука. Театрализованную программу украсили выступления творческих коллективов домов культуры «Молодежный» и села Варваровка. А еще воздушные шары, детский смех, улыбки, лазурное небо и ласковое солнце. Она повстретила долгожданное лето, которое так интересно провести с хорошей книгой.